Медведи, лохи! Хорошо, идем. Вы посмотрите, какая красота вокруг. Нетронутая, скажем так. Не исхоженная. Ну, исхоженная, наверное, местными обитателями. Тем не менее, с каждым следующим километром создается все более такое понимание, насколько масштабны вот эти вот неисхоженные, неизведанные леса в России, да и вообще в мире, в принципе. Вот эта дорога, по которой мы сейчас едем, это не естественная пропаханная дорога, она делается особым образом. В обычном своем состоянии она представляет из себя просто так называемый качкарник. То есть ухабистая дорога. И чтобы сделать ее такой ровной, вот как она сейчас, специальная машина делает определенную процедуру. Михалыч, расскажи, какую процедуру? Процедура эта происходит заливка водой дорожного полотна. Качество дорожного полотна намного улучшается, его меньше задувает. И большегрузные машины не продавливают снег, и она более ровная, гладкая. Сами видите, в каком состоянии она находится. А если бы вот они не делали так, то чем это было бы плохо? Это получается, дороги практически бы не было, потому что сам качкарник очень высокий, и его очень тяжело засыпать снегом и накатать. А что, машина убивается, да, сильно? Машина убивается, и качество дорожного полотна отвратительно. То есть это снижает и скорость, да, получается? Естественно. Это более трудозатратно для того, чтобы чистить ее, потому что где есть зацепиться за что снегу, то получается он зацепляет. А здесь ледяная горка, получается, снег, когда идет, его просто сдувает с дорожного полотна и все, и не цепляет. Вы представляете, сколько вообще труда это занимает? Эта специальная машина ездит к речке, набирает воду и по всей протяженности вот эту воду разливает. Титанический труд и титанические, конечно, затраты усилий. Да, Руслан, говори. Привет, дорогой. Приветствую тебя. Привет, Дамир. Значит, смотри, докладываю. Прошли вечернюю отсечку, прошли за Амалон. Так. У нас небольшие изменения, значит, в команде Волков. Проблемы с машиной. Так. Значит, по всей видимости, пробило прокладку, двигатель бульбанит. Так. Ну, сейчас ребята устраняют эту неполадку. Проблема нарисовывается, значит, на стоянке, обосновались на ночевку, встретили знакомых, они уже возвращаются из Билибина, они показали видео, которое они сняли, вскрылась вода, вскрылся зимник, они уже шли примерно по пояс в воде, вот. И в связи с этим я выношу тебе на твое размышление, что мы делаем дальше. Мы стартуем дальше до Билибина через вот этот вот паводок, или же мы останавливаемся и возвращаемся на Магадан. Дальше решение за вами. Блять, хорошо, я тебя услышал. Отбой, перезвоню. Да. Пацаны и дамы, всем привет. Тут такое дело, раз уж мы на этой трассе сравнялись в обеденное время, то решили мы вместе и пожрать. Да, жаль, что камера не может передать запахи. И вкус. Вот на этом колесе я сижу, когда снимаю видео с крыши или просто хочу прокатиться и насладиться этими замечательными видами, скажем так, от первого лица, а не из кабины, потому что в кабине это все-таки не то. Если ветер холодный не дует, и если вообще не морозно, то это очень даже замечательное времяпрепровождение. Так, давайте посмотрим, как там у медведей все устроено. Что-то у меня не было возможности еще показать.
У нас тут пока обеденный привал, мы решили все вместе, соответственно, этим обедом воспользоваться. Вот такая же печка, как у нас. Бидон. А что в бидоне? Спирт? Просто пока доедем, будет. Для тебя вода, а для нас спирт. А то есть я могу тут это, коньячка набрать как раз. Они же сказали, делиться не будут. Алчные твари. Евреи. Так, а что у вас, я не понял, наша икона стоит? А мы ее иголками по вечерам протыкаем. А, у вас тут магия вуду, да, получается? Вон оно почему, да? Как-то специально именно взяли, да? Ну, так, как-то колесо не кошерно протыкать, а вот так штучно. Перчатки вот уже нас дымятся. Доска такая. Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста! Между прочим, плов делал Дамир Анатольевич. Бульончиком, да, чтобы он сам по себе сам отдельно был. И только тогда он у тебя будет распарен и растопчен. Все. Пьем шампанское. А! Завидуйте! Пацаки! Нет, ты оценил, Михалыч? Пули свистели над головой. Я охранял кунг, блин. Продукты здесь, видишь, все готово. Все, сохранил. Ага. Что, не убедитесь, если вот так вот передаюсь. Да. Чеснок, положи себе, попробуй. Я понял, чеснок. Ты хитрый, ты это самое. Прям нет, потом целый туда майонез есть еще. Просто попробуй. Там понравится, да? Выбросишь. Нет майонеза, нет жизни. А, и кетчупа. Ну, это вообще классика. Кетчуп с майонезом. Всякая хуйня для тебя классика. Команда все ближе и ближе приближается на Билибино. Там будут устранять поломки, делать техосмотр. Экипажи передохнут. И будет старт обратно на город Магадан. Вообще в нереальной просто дальности от людей живут люди. Это семья. Расскажи, Михалыч. То есть они выращивались и тепличное хозяйство здесь. Было. Сейчас на данный момент остались жить только два брата. Хоть команды и устали, экипажи так или иначе друг другу не уступают. Пока сохраняется лидерство небольшое у медведей, но все изменчиво. Трасса уж шикарная, и уже мы слышали, что где-то скрылся зимник. Все еще впереди и еще неизвестность. Если это только у тебя не рапитовая цель, потому что есть специальная с рапитовыми напайками, которые хоть гвозди пили. Но ее зато затачивать очень сложно. Я ее один раз наточил, ну и в среднем сезон где-то она ходит. Очень удобно, когда нет возможности наточить ее. А нет такой херни, что под каждое дерево своя это, сменное полотно или нет? Вообще не бензопила, это сучкорез. А, да? В общем, мы стоим сейчас в так называемых ебенях. Уже 75-й раз пытаемся связаться по спутниковому телефону со штабом. За телефон заплатили 75 тысяч. Плюс не знаю, сколько там тарифы стоит. Представляете, вот так вот. Застрянешь где-нибудь в тайге. А захочешь позвонить. Хотя бы последний звонок родным сделать. И хер там. Причем сервер начинает отсчет по секундам тарификации. Каждая минута 50 рублей. А связи нет? Конец. Они показывают конец. Скоро будет принятие решения, что делать экипажам, так как зимник уже вскрывается, и это уже становится очень опасным и чреватым. Команды зашли ближе к пойме реки, и сейчас мы уже и посмотрим, на самом деле вскрытие началось или нет. Команды проходят небольшую реку, и мы слева видим, уже начинается потихоньку оттайка, лед вскрывается, все становится очень-очень опасно. Командам идти еще много дней.
плюс еще путь назад, где совсем уже все вскроется. Команды встретили дорожные службы, где ребята тоже градировали и делали небольшие работы и подтвердили, что зимник начинает вскрываться и поступление идет воды, соответственно, сверху вода, снизу лед. Неизвестно, что ждет впереди, какие могут быть майны. То есть можно и вмерзнуть в лед, и оставить мосты, колеса, ну и в принципе остаться там вообще. Бля, пиздец. Все, дай, ё-моё. Оставьте меня. Иди нахуй отсюда с камерой, блядь!